Игорь нас на банк. Они непобедимые. Привет, брат. Чувак, это наш питерский канты. Почти кенты, только собаки не едят, это можно. Так, короче, всем привет. Салам алейкум, Низар! Обувь моя. Это получается, когда Эл пишет, что... Настолько мажор, что играет в визу. Напишите в комментариях максимально. Вот, пацаны, видишь, Сава Фройдер, посмотри на это. Мертвый убились, а ты в визе играет. Братан, если бы ты мне написал заранее, я могу съездить домой за обувью, что-то сделать. Игорь, иди сюда. Игорь, я бы опоздал. Вас, кстати, здесь Игорь еще, олень. Из моей команды, кстати, пацаны, подписывайтесь на паблик, инстаграм. Вот, Street Madness. Айферис Тули. Street Madness. Где Street Madness? Просто где? Я здесь. Мне кажется, здесь Айферстайл больше. Да. Братан, не количеством берут, а качеством. Короче, мы играем с пацанами, да. Просто на лайте. Не только мы играем, мы будем смотреть. Ну, понятное дело, да, с вылетами все дела. Да, нет, не вылет. Проиграл, конец учился. Кайф! Красиво. 5-5. Брат, один вопрос. Да. Пиво где? Я покажу, пойдем. А я напоминаю, что спонсором данного ролика является легальная букмекерская компания Parimatch. И по случаю возвращения большого спорта они приготовят для вас крутую акцию. По моей ссылке в закрепленном комментарии вы можете получить до 5000 рублей за первый ваш депозит на игровой счет. Не забудьте пройти верификацию, чтобы получить максимальный бонус. Кстати, количество бонусов ограничено. Поэтому, если хотите играть на ставках, переходите по ссылке. Все, ребят, все, кто на футбол. Все. Не стесняйся. Так, всем привет. Короче, рад вас всех видеть. Сегодня поиграем просто с вами на лайте футбол. Играем ни на что. Вообще, вот, это самый ценный приз, ни на что. Играем 5-5 в формате, да, до двух голов. И по времени давайте 5 минут либо до двух голов. Как мы играем? Сейчас мы будем записывать команды, да? Первая команда, допустим, там Васи, вторая там Солнышко, допустим. Выигравшая команда останется на коробке, а проигравшая в конец очереди. Итак, мы будем играть, окей? Против вас сегодня будет играть особенная команда. Это как Мстители, я капитан Азербайджан. Это дикая кошка. Это что у нас? Это доктор. Вот железный. Короче, пацаны, просьба тоже против нас жестко не играть. У нас Гена Миллер как-никак. Да. Вот. У нас команда реально Мстители называется. Мы играем первые, а следующие капитаны подходят ко мне. Только капитаны. Я готов, ребята. Сегодня будет супер. Один момент. Если ничья, садятся обе команды, и они скидываются, кто первее в очереди. Понятно? Пацаны, мы команда, мы играем с давних времен. Стоп, братишка, подпусти, братишка. Да, иди сюда. Я знаю, что мы играем с давних времен вместе. Сандоха в детстве вот в прятки играли. Сейчас в футбол. Сейчас нашлись. И запомните, это наши тоже братья. Но это младшие братья, их надо наказать, понимаешь? А наказать? Наказать. Чуть нелогично. Младших братьев? Ты что, младших никогда не наказывал? Все, молчу. Так, ладно, короче, нужно выигрывать, не щадить их. Если они будут грубо играть двумя ритм в них, вот, Гена, ты их кушай. Ебальники просто налево-направо вот должны лететь не в этом матче. Не стесняйтесь, пацаны, все свои. Раскладывай двоих, все. Нас больше. Заебись. Ну давай, раз, два, три, пошли. Давайте. Здорово!
Эй, Питер, вы что, вдвоем играете там? Игорь, кстати, красиво выглядишь. Хорошо играешь. Ой! 1-0! Ну что, да понтовались, дебилы! Понты вот эти лишние. Проиграли. Пацаны из Питера вот так приветливые. Ну что, блядь, сел? Игорь нахуй на банку. Дыба. Это центральный нападающий. Только что-то он это заплутал. Бонг лучше. Все, заходим. Бонг. Запикаем. Ой, извиняюсь. Ну как-то обидно. Вроде катали, все хорошо. Хотели по красоте сделать, а пацаны не результат. Но для них это важно. Хуй знает, где там все хорошо было. Все время пошло. Как будто калоши на ногах, блядь. Короче говоря, пока вот только начали играть, но сразу косяк с моей стороны, так как я приехал в Питер. И сходку, на самом деле, вот это сделал очень так неожиданно, резко. Косяк заключается в том, что я забыл манежку. Поэтому такое мясо немного, но я надеюсь, что ребята знают свои. Вот, и более-менее играем, но исправимся, обещаю. И извиняюсь перед вами. Да что, все уже сказано. Игорь сегодня у нас на отдыхе просто, на пенсионате. Ну, слушай, я думаю, то, что его не зря выгнали. Кого? Самого Игоря? Да. Его выгнали, я даже не заметил. Да слушай, да он не особо не заметил. Даже то, что он рядом стоит, это что? Это ничего. Ну, да, согласен. Он дно. Элла, хорошо играет план? А что? Пацаны, был гол! Мальчики, правый! Да! Пацаны, сорян! Отдельно! Погнали! Пацаны, до одного игра, до одного гола играем, пацаны. Эй, ну пацаны, я ставил на вас. Я надеялся на вас, пацаны, вы что меня подводите, каким-то скейтером проиграли. Я жду вас. Ну-ка, что сделать, что? Гол! Блядь.
Пока, Марина, вы можете вас двумя ногами. О, Марина, остановись. Почему Марина? Ребят, почему Марина? Уже можно? Почему Марина? Одноклассница. У меня одноклассница тупая была, короче. У нее глаза выпучены. Ребята, были. Давайте, если мы. Она мне на изон нарисовала на пиджаке. Я леща как дал. Чего, блядь? Я не Ой-ой-ой! Ну просто, ну вот. Это что вообще происходит? Посмотри на них. Они непобедимые, но за Макс. Бля, сегодня вечером мне так не ебенится, блядь. Понимаешь, так они пьяные. А ты понимаешь, что они уже? Они пьяные, они уже, блядь, из перекар, не чувствуешь? А, я думал, они на спиртаче. Они на спиртаче, оказывается, блядь. Понял. Понял. Они уже рикошетили, блядь. Нам 30 секунд хватило, чтобы утонуть, блядь. Нет, это нет, они сделали. Отыграй. Они играют. Они чисто на Marvel. Брат, зацени. Последняя коллекция. Халк вчера прислал. Готовы? Кракена выпустят, я думал, он в порядке, а Эл и Игорь вместе такие, бля. Все, погнали? Давай позырим. Да. Ай-яй-яй. Все, скачал. Видели, как Игорь Олейника сикнул? Я же не потерял мяч. Ай, фристайл. Бага, есть! Команд сейчас, ух, Игорь опять не забил хорош. Очень быстро побежать. Знаешь, какие обучения нужны? Пацаны, о, блядь! Короче, сейчас играет мафия. Это лидеры. Не-не, мы тоже заиграли с солнцем. Как всегда. Все в равных. У него, братан, он терминатор, он не отдает свои очки. Что, клинил, как, я не разобью. Кот, очки есть автозащитные? Нет, все, играем, понеслась. На чем? Игорь, где он? Смотрите. Время пошло.
Представьте, вот из этих пацанов была бы возможность одного взять в компанию. Здесь есть вот достойность? Можно не отвечать? Да, нужно ответить. Как ты думаешь, вот и медийку бы, да, он бы качал, и играл бы. Ну, хуй знает, я бы того горца взял в балахоне. Горца? Бля, в джинсах, да? Да, вот да, чтобы он только за счет лика играет. Это было бы хорошо. Кал, это же что получается? Медийный проект для OnlyFan? Он подходит идеально. Ты сейчас камешек кинул в окно? В смысле? В смысле? Добивание, без добивания. Атака и потом отворот. Давай. Все, понеслась. Да. Обстановка. Да хуй знает, я вообще на изи вышел кому? Во двор погулять. А у меня здесь, блядь, тут пану, вторую пану. Нахуй эти сходки, блядь. Еще вот зырь, гиены сидят. Ну как так-то, нахуй? Мне кричат в спину, дезмораль, блядь. Смотрите, он был сегодня действительно хорош, играл на красоту, пасовался. Умел, еще и он скромный, еще он пончик. Короче, мяч теперь твой. Надеюсь, что будешь выходить, не знаю, на коробку, на стадион. Да. Играй, кайфуй, продолжай играть. Давай, спасибо, пока. Барабан. Да. Короче, вам хочу сказать спасибо. В смысле, спасибо, я твои сфотки не передаю. Я уже сказал, я пришел в эти кроссовочки чисто по легке показать. Меня раз насывали, два. Игорь мне по лицу мечом ударил. Можно это повтор? Это мы обязательно. Ты видел, какая повтор. Мощь была? То есть меня со всей силы ударили. У меня спрашивают, Ген, нормально? Ты спрашиваешь, у меня в голове просто... А я такой, нормально, блядь. Ладно, блядь, приходишь на вторую сходку, меня второй раз раскатывает. Просто в лютую. Хуля, дай пять, та же самая хуйня, больше к ним не ходим, блядь. Пацаны, дайте мне пять, я тоже меня раскатывают, развозят, нормально. Короче, в любом случае, спасибо тем пацанам, которые пришли поиграть. Да, человек, я лучше. Спасибо вот этим пацанам, что, блядь, Генчик не отказался, пришел. Игорь вообще с Москвы такой, типа, да я приеду. Я узнал, что сходка в Питере, я приехал с Москвы сюда. Обязательно пишите, куда приехать, следующий город Омск, потом Тверь, Омск? Потом в Тверь. Собирать потом... чемодан? Да, Нижнекамск поедем. Чувак, я хочу в Омск. Если можно сделать маленький сквад из 5 там человек и вот так вот поехать. Ты реально готовишь? Да это охуенно, мы на поезде, с плацкартом нахуй, с пивом, да с селедкой. Я готов. Это будет вообще... Бля, они готовы? А вы они готовы? Готовы? Пишите город, короче. Какой город будет чаще всего? Лето. Давай залайкаем. Самый залайканный. Самый залайканный город, который будет, мы реально поедем. Я вот с удовольствием. Миллер козлом будет, но мы поедем. Ну, бля, честно. Я отвечаю, я готов. Я все. Готов. Это просто охуенно. Всем бля. Спасибо, что посмотрели, что подписались на канал, что поставили лайки. Пришли по ссылке пацанам, особенно Гену Миллеру, за то, что он сегодня получил. Потому что в наших кругах у меня есть такое... не знаю, не прозвище, а типа Гена Динамо, блядь, от которого никогда не дождаться ни ответа, ни звонка, ничего. А тут он сам, типа, такой, типа, да давай я приду. Я сам знаю. И он пришел и получил по лицу, это за то, что я игнорился. Вот так оно и бывает. За то, что его игнорил. Нет, сам все хорошо. Обнимаю вас, целую, пока-пока. Счастливо.